Статья 156 Семейного кодекса Российской Федерации. Заключение брака на территории Российской Федерации. Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются законодательством Российской Федерации. Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору данного лица законодательство одного из этих государств. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории Российской Федерации определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства.